Короче, тест анимации, сделанный в 3D Max, с помощью модификатора, забыл как называется. В общем, он разделяет объекты на много, на любое количество мелких подобъектов. И при столкновении, типа, симулирует разрушение по уроку. Сделал такую вот хрень. Ну, то есть стена это, ну, типа автомобиль. Так, сейчас кто материться будет, уши надеру. Шутка. Короче, из всей этой сцены только стена хорошо получилась. Ладно. Глядим, что получится. Что получилось с анимацией? Так, ничего не получилось. Что? Не понял сейчас. Что за херь? Почему поломалось-то все? Извиняюсь, но она не работает. Только что работал. Как так? КСП, КСП. А, во. Заработало. Блин, надо было коллайдера убрать с этих кирпичей. Коллайдеры мешают явно. Ну и что тут получилось? Ну, я текстуры не подбирал. Вот первые попавшиеся какие были, такие и засунул. А еще глючная немного анимация это. Ну, руки-то кривые, понимаешь, да? Но все равно, вот если такую стену сделать, как детальку, например, да, КСП, и чтобы вот не анимация, ну, в смысле, разрушение, то пусть анимация будет. А вот автомобиль, чтобы был, ну, КСПшный какой-нибудь, собранный из запчастей, вот когда, чтобы он врезался в стену, вот эта стена так рассыпалась. Ну, тут тормозит, потому что в этой стене у меня кирпичей 300 штук аж. Ну так много не надо, но тут раза в три можно уменьшить, тогда меньше будет тормозов, лагов. А вообще идея-то офигенная, да? Вот смотри, сделать вот такую стену, например. Да даже, блин, не стену, даже вот, я не знаю, какой-нибудь просто топливный бак, например, чтобы он вот так разлетался. Ну, топливные табаки, может быть, и разлетаются и так. Мне вот стена понравилась еще. Сделать вот такую стену, соорудить автомобиль и, ну, дом, например, из этих стен построить. И так, на самолете, например, врезаешься, она рассыпается. Ну, круто же, нет? Это же оживит игру сильно.
как сделать вот такую стену в Unity. Ну, в смысле, вот эта вот анимация полностью перенесена из 3D Max. Я в Unity анимацию, ну, только там настроил, чтобы она перенеслась нормально. И все. А саму анимацию полностью, целиком, полностью 3D Max-овская. А вот с мячом, ту, которую я показывал, когда он пинает мяч в стену и дырку пробивает, эта анимация была как бы юнитивская. Но сама стена вот эта вот, она из 3D Max. То есть она, эта стена состоит вот из 300, как сказать, кирпичей под объектов на самом-то деле. Вот, но я тогда еще не умел переносить 3D Max прям в Unity, ну, в смысле, прям в CSP. А вчера научился, и вот сегодня... Что-то заглючило. Не хочет назад сворачиваться. Вот, то есть идейка вот сделать бы вот такую стенку, ну не обязательно стенку, в общем-то, можно сделать все что угодно, главное сделать, чтобы это все рассыпалось вот так вот. Да, ну круто же, блин. Тут если кирпичи нормальные сделать, ну вот, я тут с той кирпичной стеной когда делал, она лучше, у нее лучше текстуры были. Ой, это так. Первый попавшийся горел засунул, которые были. И самые простые там бампи, диффузы сделал. Ну вот если коллайдеры с них убрать, можно даже не со всех, а вот этих по краям, которые стоят, то она не будет переворачиваться, наверное. Ну или со всех убрать нафиг. Они в принципе нафиг не нужны. Ну, пол можно убрать, машинку можно убрать, стену одну оставить, вот, чтобы она разрушалась. Вот, ну как это сделать? Там, ну, скрипты, наверное, надо писать, а я вообще их не знаю. Даже самых простых вообще не знаю, как это все делается. Но, блин, вот такая вот идея есть. Идея такая есть. Ну ладно, пока. Ну вот, короче, убрал коллайдеры со стены, перекрасил в кирпич. В кирпич. И тормоза практически исчезли. Даже с трех с тремястами. Кирпичами. Так. Ну ладно, бог с ним. Вот. Ну, не совсем исчезли, но все равно вот и они, короче, теперь не поднимается ничего. Ну это баг. Баг анимации. Ну нормально же. Все. Клево. Не знаю, как вам, а мне нравятся такие дела. А эту все можно еще покрасить в это самое. Во, видишь, вот кирпичи вон. И сколько тут элементов. Тут в одной стене 300, считай, 300 деталей. В одной стене. Ну, это, конечно, много для КСП. Поехали. Опять что-то не хочет. Чё она? Ну, тут я знаю, что она глючит. Я ее переделал маленько. Так, конечно, делать нельзя. Желательно.
Глючит собака. Анимацию, в смысле, чуть-чуть. Не, я не саму анимацию, я, в общем, долго объяснять. В общем, проще перезапустить, наверное. До того, как сделал анимацию в 3D Max, вмешиваться уже в объекты, участвующие в анимации, не стоит, чтобы вот избежать таких вот глюков, как здесь. Довольно так энергично разрушается. Понять, Таня. Ну, звук сделать, все дела, чтобы в самой уже анимации, чтобы стена была полностью, как сказать, анимированная, да? Можно будет что-нибудь замутить. Ладно.